Всем привет, это Таня Матаня. Димас немножко заболел, у него сопельки, наверное, у нас аллергии. Мы сидим дома, будем заниматься домашними делами, поделками, да, мое солнышко, подлечимся немножко. Вот. Ну, иди поиграй, иди поиграй. У нас сегодня космос, мы здесь космос делаем. Вот. Обещала я трансляцию после майских. Поэтому вот хотела бы назначить дату. Я думаю, что мы сейчас выздоровеем за недельку. Если не выздоровеем, то я вот как бы перестраховываюсь на время сна. Назначаю время на следующей неделе, во вторник. Это будет 17 мая, да, если я не ошибаюсь. Давайте в 2 часа вместе соединимся и попробуем пообщаться. Никогда я в таком формате не общалась. Вот. Поэтому смотрите, вот как у нас проходят денечки сейчас, чем мы занимаемся. Может, немного я буду снимать. Мне, честно говоря, вот как-то хочется немножко отдохнуть. У меня какие-то были такие праздники. Вот, мы ездили к бабушке на дачу, я там так устала, потому что... Вы, кто смотрит меня постоянно, да, вы знаете, что мы по осени купили дом, и там столько дел. То есть, если ты живешь постоянно, то ты поддерживаешь, да, там такая вот еще целина, которую нужно перекопать, поднять. В общем, ой, не знаю, сил нужно много. Так что, ну, смотрите, как мы занимаемся. Что у тебя там за авария? Денежная. Смотри, как. Смотри. Так берешь. Так. Летает. Садись, я тебя буду учить. Вот так. Так. Вот так. Оп-оп-оп. Закрутила. Теперь бери ручку. Ручку бери. Вот так, дергай. Оп, видишь? Кудряшка. Держи. Теперь сам попробуй, закрути. Закрути. Ну, крути. Вот так. Двумя ручками. Так. Закрутил, выдергивай. Кудрявый получился? Да. Давай еще. Вот это. О. Вот так загибаешь. Вот так. Закручивай. А дальше крутим. Дальше крутим, крутим. Вот тут вот пальчиком. Видишь, мама как крутит? Оп. Закудрявился. Так. Вот. Так, второй ручкой помогай. Вот, вот так вот, заяц, придерживай. О, Дима сам. Тебе хватит. Хватит, хорошо, хватит. Может, Серёдке еще одну кудряшку сделаем? А можно нарисовать вот тут вот. Как его зовут? Дима. Это Дима, давай напишем. Что Дима написал? Дима. Ди. А Ди. Ма. Ма. Дима. Дима, молодец. Держи. Дима. Надо ему какое-то тело сделать, да? Чего же у него одна голова? Сделаем? Будет просто одна голова. Хорошо, держи. Хорошо тебе здесь лежать? Я на солнышке лежу. Гори. Ай, счастье у ребенка. Ну-ка, как ты тут играл, покажи. Будем делать фреску, да? Очень мне. То есть нужно вот это вот черненькое отдирать. Вот видишь, все где черные, вот так отдираем. Так. Где еще черная? Шина, да? Да. Так. Положи пока песочек. Нужно подготовиться. Видишь? А почему? А потому... Что? 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 А не что. Потому что... Потому что... Вот. Так, ну давай, ты внимательный, посмотри, где еще мама пропустила. Где мама пропустила? Какая у нас будет красивая машина, да? Да.
А белый есть здесь? Есть белый. Так. Ну, теперь сыпем? Куда? На колеса? На колеса сыпем. А как сыпется? Сыпется? Нужно открывать. Смотри, мама, отрезала. Теперь сыплю. Теперь сыпешь, да. Вот здесь сыпешь. Видишь? Здесь, здесь, здесь. Вот. Вот так. Все. Один готов? Да. Так. Теперь белый. Подожди, нет, нужно по всему посыпать. А зачем твоя машина черная? Вот видишь, белый. Нам нужно лишний теперь песок убрать. Понял? Да. Так, вот так, лишний мы убираем. Видишь, получился? Да. Он приклеился, да? Теперь да. Мы другой цвет берем. Белый. Белый. Ну, давай, все цвета мы сделаем, а потом покажем, какая у нас получилась, да? А где? Оно небо у нас. Небо и много мусора. Так, отлично. От молодчина. От молодчина. Да. Все, положи. Вот тут вот уголочек. Вот сюда угони. Давай вот так чуть-чуть. Вот тут вот уголочках все делай. Ага, наш шедевр. И сосина. Да, Костя достал сделать колеса только, да? Да. Да. Дима как сыпал. Я не думала, что у него получится в этом возрасте. Димочка, мое солнышко, иди покажи. Дима, что ты сделал? Покажи. Машинка. Машинка. Тебе понравилось? Да. Я вот думала, что вот песочки вот такие для более старшего возраста, но нам уже понравилось. И я думаю, что мы будем еще такие какие-нибудь наборчики брать. Спасибо за подарок, скажи. Подписывайтесь на канал, лайки и ставьте лайки. Дима, скажи спасибо тете Наташе. Скажи спасибо Наташа. Спасибо тете Наташа. Хороший подарок, да? Тебе хороший понравился. Подарок. Ага, тебе понравилось. Как? Вот они. Угу, так, где еще будет звездочка? Чушь. Держи, так. Сейчас мы звездочек наделаем. Мы решили, что это звездочки. Красивые у нас звездочки, да? Да. Да. Из одуванчиков ничего не надо делать. Да, вот такой, такие звездочки мы сейчас делаем. Вот так. Мне песочки упали. Угу. Ничего страшного. Ничего страшного. Что здесь нужно? Я устала. Да, мы сегодня устали. Мы все-таки вышли на улицу. Вроде температуры у нас нету, и мы купили немножко на обед, да, себе? Да. А то мы же были не готовы, нам нужны супчики. И вот у нас собрались еще одуванчики. Одуванчики везде кругом, красота. Обожаю одуванчики. Ой, они так украшают весну. Львеночек ты мой. Вот такая вот одуванчиковая Африка у нас получилась. И мы на этой ноточке с вами прощаемся. Всем пока. Мы сейчас обедать и будем спать. Все съел. Бегу, бегу, моя. Бегу. Африка, пока.